8 часов назад мы обнаружили нечто невероятное. Что именно? Объект. В Антарктиде? И особь. В самом деле? Приземляемся. Это Кейт Ллойд, Колумбийский палеонтологический университет. Сейчас я покажу вам, зачем вы проделали путь в 10 тысяч миль. Мы предполагаем, что оно пролежало здесь 100 тысяч лет. Я возьму образец тканей. Думаете, стоит его вскрывать? Совершенно верно. Друзья мои, теперь мы навеки войдем в историю как первооткрыватели этой находки. Вы слышите? Господи. На кого-то из нас напали? Но все в полном порядке. Либо этот кто-то чудесным образом излечился, либо он не тот, за кого себя выдает. Сожгите его! От студии Universal Pictures. Что оно пыталось с ним сделать? Поглощало его клетки. И продюсеров фильма «Рассвет мертвецов». Эта тварь копирует внешний вид своей жертвы и прячется внутри. И что это значит? Не все присутствующие люди. Оно может быть в любом из нас. Этой осенью мы освободили эту тварь. Если она выберется наружу, погибнут миллионы. Посреди ледяной пустыни они обнаружили Кейт! Нечто! В ноябре в кинотеатрах.